Всем привет, дорогие друзья, с вами Кузьма Гридин и Юлий Обжирешко. Короли Аватара, я просто в ахуе иногда, друзья, с Юликой. Юлика вот просто берет, жрет нахуй во время того, как мы записываем самое серьезное видео на канале. Летсплей по Аватаре опять вернулись, дорогие друзья. Чувак, мы закончили на том, что у нас было несколько таких... Шлюха-пати. Как это называется? Сосок. Эх, никого. Ну, чувак, это слишком ожидаемо. Ну, чувак, зато мы знаем, что тут было несколько недель назад. Тут все в пёзной смазке. Все в пёзной смазке, можно прямо все брать, блестит. Ребят, и обмазываться. Взрослые люди обычно знают, когда нужно промолчать, когда нужно типа... Нет, ну, а зато прям я вообще... знаю, что 1xBet — это высокий профессионализм сотрудников, быстрая и качественная работа и множество спортивных дисциплин. Спасибо большое, я забыл на самом деле об этом. Да, что мы будем сегодня делать? Нам нужен снова план какой-то, чёткий план. Мы в прошлый раз составили план, вообще не придерживались. Нет, не, мы придерживались. Сменить имидж, может походить по каким-то местам. Слушай, мы же пятый уровень, мы можем да, во всякую хуйню ходить. Да, я думаю, новую. Нам следует устроить конкурс в событиях. Там же можно что-то такое делать? Подожди, так. Я ебал 18+. Слушай, давай зайдем, типа, просто посмотрим, как выглядит. А это. Почему тебя не пустили туда? А там нужен 8 уровень. А, вот видишь, тут что-то... Фуфлыжно. Ты че, Кузьма? Блять, братан, они снова нас узнают. Нам что, опять пёсная опять комната? Шлюха-дром. Красавицы Юлика и Кузьмы. Только випы. Только вип. Я думаю, без минимального уровня. Чувак, за там будет такое столпотворение. Давай хотя бы третий, чтобы, ну, типа, хоть кто-то, кто немножко шарит. Ну, хорошо. Потому что, чувак, я не хочу устраивать просто, типа, так, чтобы туда мог прийти любая лявра, блядь, с трусами, нахуй, дырявыми, блядь, и вещами купленными, нахуй, в фамилии какой-нибудь или даже не фамилия, а вот продуктовых. Хочет сесть в твою машину. Чтобы сесть в машину, нужно... Заслужить. Нужно это заслужить. Прошу пройти в комнату. Так, нет, вот этого, блядь, чувака, который похож на пидора с Евровидения, выгоняет. Он такой, я готов заслужить. Да пошел ты нахуй. Смотри, да, немножко да, ну, петинга ну, нужно давать. Петинга, да, нужно немножко подъебать. Эти летсплеи превращаются во что-то странное. Не, чувак, все норм. Только ебемся в них. Ну, чувак, а что поделать? Мне нравится, что в Аватаре все это понимают. Понимаешь меня? Слушай, у него такие трусики, на самом деле, если присмотреться, там видно, что, типа, такие почти стринги. Да, жопу прям видно. Жопа видно. При желании на мне это кажется, можно подрочить. Спереди можно и губу увидеть. Одну верблюжью. Или две. Ты в машину будешь садиться? Она сейчас просто уйдет, если ты так спросишь. В машину садится. Чувак, ну хотелось бы. А зачем ей в машину? В чем прикол? Я даже не понимаю. Люди не умеют сексом заниматься. Вот она писечка. Заткнись, бля. Надо это приложение закрыть, я считаю. Юлик Роскомнадзореж. Охуенно. Пусть в машине. То есть она дала нам в жопу сейчас, чтобы просто посидеть в машине? Я не могу. Что ты не можешь? Бля, братан, это реально наши... Ёбаный в рот, братан! Это все наши подписчики! Ты серьезно? Почему тебя все в неприятели добавляют? Знакомишься со всеми или нет? Нынче. Конечно, пусть это будут эти кореша, наши корешочки. А вдруг у нас заруба какая-то будет? Так, а как все это сделать более организованнее? Это я даже знает. Не знаю. Скажи, колонну... Так, ладно, мне надо выйти вот перед всеми. Бля, братан, тёлки идут за мной. Можно... Добро пожаловать на самый... масштабный и хайповый конкурс красоты Юлика и Кузьмы. Ебать, братан, а что делать-то дальше? А я не знаю. Пиздец, это что, подписчики? Вы совсем ёбнулись, блядь, что ли? Я же не думал, что вы сразу напишите. Мы даже не говорили об этом нигде. Все подарки дарят. Братан, их слишком много. Как они все узнали о нас? Блядь, все хотят сфотографии. Мы организованные ребята, тебе говорят. Организовываемся быстро. Блядь. Теперь... Юлик сел сам. Я не могу. Я тоже не знаю. Я оцепенел. Это ответственность. Сходка в Аватаре пошла не по плану. Пришли родители девочек. Бать, как их тут много. Братан. Ну ты... давай, короче, сейчас как в Pink Sugar давай. Будем. Давай. Я задавать вопросы, а вы отвечать, хорошая идея. И не понравившиеся нам ответы мы выгоняем типа. Да. Что в Pink Sugar обычно спрашивают? Я не знаю. Братан, просто ты такая каша вообще нихуя. Так много, чувак. А вообще столько должно помещаться я в одну комнату? Я не знаю. Мне кажется, сейчас где... комната залагает, их тут штук 30-40. Пиздец, они все идут за нами. Их все больше и больше. А я похуй, я буду просто, типа, это наши избиратели. Помнишь, мы хотели политиками стать. Потом Николас, типа, все зашквары забудется, что водил к себе всяких там девочек и прочее. Да. И типа Николас станет вообще. Кому-то в гости, не знаю, я сбежал отсюда. Мне эта вечеринка не нравится. Вдруг сейчас придет девушка. И она такая, типа, блин, этот конкурс такой отстойный, она не знает, кто это. И она такая. Ну все, у тебя теперь.
24/7 есть своя свита. Мои подсос. Бля. Ну чё, брат, раздевайся, чищ. Ну ладно, похуй, чё я правда делаю. Этот конкурс красоты, это что-то. А если мы всех там попросим раздеться? Давай попробуем. А там, наверное, нельзя, там же общественное место. Ты уверен? Самый массовый трах в истории Аватарии. Бля, чувак, что-то изменилось, резко поменялось. У нас была ламповая, классная Аватария, а стало, чувак, не то. Ай, блядь, братан, быстро. Ебать, как их много. Все в трахальне посидут. Ой, как хорошо, чувак, да, когда людей нет. Вот, прям чувствуешь? Кто-то Лёха говорит, я готова. Правило этой комнаты. Все снимают одежду. Чувак, Леш, на этой кровати. У нас множество голых детей. Тебя хотят сфотографировать? Да, самое время. Я как Фредди Меркьюри, его знаменитые вечеринки. Тебе фонтан кто-то хотел подарить? А я от фонтана отказался. Да. Кто в одежде? Пацан только раздел. В одежде. Бан. Кто-то пишет, это педофилия, ну ладно. Это просто дружба. Это прикольчики. Вообще пиздец, чувак, у нас гарем. И он так танцует. Чувак, а нам же по 25 лет. Мне 26 в этом году. Бля, братан, посмотри, мы просто в тёлках. Мы просто, бля, все в тёлках. Они окружили нас, чувак, и, бля. Пацан какой-то вообще. Бля, жёсткий какой-то, Dead Dynasty. А что с событием-то делать? Мы же так и не провели конкурс красоты. Давай сходим туда ещё раз и опять напишем. Все ко мне в комнату трахали, чтобы их ещё больше было. Думаешь? А, пришёл. Пиши, все ко мне в комнату. А как писать-то? Я хуй знаю. Слишком много всего происходит в игре. Чувак, мне кажется, сейчас компьютер взорвется. Он вообще уже перестал реагировать на что-то. Все ко мне домой. Надо им сказать, чтобы они в трах. А вот все, они приходят за тобой. Я прям представляю. Твоя квартира и 15 фанаток 13-летних. Ты такое правило этой комнаты. Все ходят без одежды. В одежде бан. И девочки такие. И прикинь, они такие снимают, и я начинаю. Вот так вот и читаю. Очень похож. Это лучше, чем Fortnite. Мы просто смотрим, как вообще не летсплей. Мы даже ничего не делаем. Сейчас. Какой-то, бля, шизофазия происходит. Ну все, можно стендап запускать в аватаре. 150 тысяч лайков. А я думал, ты против. И мы с Юликом будем организовывать стендап-тур в аватаре. Все смешное. Вот у Поперечного зовут ничего смешного, у нас все смешное. Все смешное. Все смешное. Спешл Юлика и Кузьмы. А теперь тоже хочу себе персонажа в аватаре. Я буду брать ноут, и мы будем с тобой из двух нот записывать и играться. Ну мы же. Если ты создашь персонажа в аватаре, мы будем врагами. Это картель. Это картель, да, ты прав. Это правильно и называешь. Лявры мои, бля. Чувак, я коллекторов в аватаре пошлю нахуй на тебя, если лявры хоть одну увижу. Чувак. Надо, чтобы это во что-то вылилось. Я тоже не знаю, что делать-то можно с такой толпой людей. Фотки, прости. Пришлите. В личку наш менедж. Может, на пляж пойдем? Всю социопатия. Слушай, а тут есть эта локация Европы? Вот знаешь, как это, уезжают там у нас богатые олигархи в Европу, что. Наверное, есть. Их там никто не узнавал. Ограничения какие-нибудь. Вот в местах, наверное, что-нибудь да есть. Там, видишь, горнолыжные курорты, кутюрье, бальный зал. Да, а да, все, теперь нигде не скроешься. А что делать? Жить с этим? Просто. Ходить в VIP-места. Ну пойдем в VIP, потому что я уже даже не знаю. Друзья, мы очень хотели провести конкурс в аватаре. Но мы слишком популярны. Я просто хочу посидеть где-нибудь и... Кальян покурить, чай попить. Да, спокойно, чтобы никто не фотографировал, блядь. Вот просто подумать. Мне кажется, Николас сейчас достиг вот той точки, когда он жалеет вот... О популярности своей. Да, типа он просто хотел быть врачом. Помнишь, мы же в одном выпуске сказали, что хотим быть альфонсами. А нужно было идти за мечтой и стать врачом, как Николас и хотел. Я предлагаю пойти сейчас в... Врачом стать. В магазин, купить халат и стать врачом. А можно? Да. Там можно купить, да? Халат? Давай, да, станем врачом. Давай просто. С этого дня я вас прошу, не заходите к нам в комнату. Николас отдалился от публичной жизни, от развратной жизни. И с этого не дня... Не ебитесь об нас. Не ебитесь. Друзья, в следующем выпуске Николас ищет жену. О-о-о-о. Как тебе, мы организуем свадьбу. Это кастинг невест будет. Как у Гительмана. Да, только в аватаре. Бля, у тебя не дома помойка. Блять, как убого. Не убого, убого, да, конечно. Не, врачом не будем. Не, ну чувак, если шапочку снять и очки, в принципе, хороший доктор получится. Он будет не такой крутой. Я тоже понимаю, что не могу покинуть эту гламурную жизнь. Надо аниме стать, братан. Еще более стать гламурным, да? Чтобы вообще быть просто супер. То есть от хочешь... кутюр. Чувак, это еще за день. Бесплатно. Давай бесплатно закроем. Давай. Все, потому что невозможно.
Чуть не помогло. У нас же есть костюм, мы теперь можем пойти туда, куда нас не пустили. Кто подарит мне танец? А, то есть тут прям бальный танец? Да, 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 мы типа будем серьезно. Прикольно. Ну, усынови меня, пожалуйста. Бля, братан, а они снова набежали. Слушай, а тут можно усыновлять? Ну, не, чувак, я другой немножко папа, если ты понимаешь, о чем я. Папик. Папик. Слушай, что-то произошло. Что-то изменилось. Да. Просто раньше мы ходили и все игнорировали. А сейчас, куда мы не придем, все нас узнают. Все знают. Мы просто... Ты вот идешь в бальный зал. Это же не один бальный зал на всю Аватарию. В Аватарию несколько миллионов людей играет. Ну, я понимаю. Это одна из комнат. И тебя в каждой комнате узнают. Чувак, действия Николаса никак не отражают нашего личного друзья, мнения. Николас – это Николас. Отдельный человек. Все, что произошло в Аватарии, остается исключительно в Аватарии. Бля, братан, ну никого нет. Хоть по... Слушай, удивительно, просто их так было много. Я прям стресс ощущал, давили на меня как-то. Ну, я говорю, как в галерее, в час пик прийти. Да-да-да-да-да. А вот сейчас, типа, прям так тихо. Давай. Как назовем? Трахальня 2. Не-не-не-не-не. Нужна комната, которая будет закрыта ото всех. Личный кабинет, так сказать. Тайная комната. Не-не-не-не-не-не. Мой сарайчик. Не заходи в мой сарайчик. Давай сделаем ее комнату нашей мечты, где будет все, что там будет очень приятно. Слушай, так идеально, по-моему. Мне тоже нравится. И вот чем меньше вещей, тем лучше. Жениться нужно еще. Нужно, я тоже считаю, что нужно. Друзья, 150 тысяч лайков под этим роликом, и мы с Юликом будем искать себе невесту в следующей серии. Кастинги проводить. Да, прям спрашивать, дознавать, какая дама будет достойна, чтобы быть с Николасом. Подписывайтесь на канал Юлия Онешко, подписывайтесь на канал Кузьмы Гридина, ставьте лайки под этим роликом, пишите комментарии. А на этом все. До свидания.